Всем привет, ребят, с вами Руклемон. Вы когда-нибудь замечали странные моменты в Among Us? Вот я замечал. Вот сегодня мы об этом и поговорим. Сегодня я вам покажу 5 очень странных таких недоработок, как бы. Поговорим о разных моментах странных. Ну и давайте уже приступать. Вот, ребята, вы видите, я в своем видео, где я стал предателем. Вот, вот это вот. Да. Вот, я вам сейчас покажу одну недоработку. Вот что это такое. Мы сейчас чиним, и вот что это. Вот что с трупом. Вот, объясните мне. Ну, не с трупом, а со мной. Вот что. Какое-то пятно просто. Я не знаю, что это такое. Откуда это вообще? Вот. Вот таких вот странных моментов мы сегодня поговорим. Ураган какой-то. Торнадо. Ладно, переходим к следующему странному моменту. Вот, очень странно. Следующий, ребята, странный момент. Вот в этом вот месте. Очень странно. Смотрите вот. Я иду, убиваю... Вот труп, то есть обычный труп. Сейчас я перерезаю, да? И его находят, он уже с головой. Это что такое? Я ему голову отрубил, он там валялся. А сейчас нашли труп, и он с головой. Вот, что это такое? Ладно. Переходим как бы к следующему. Следующий, ребята, необъяснимый момент, это вот это. Вот посмотрите этот фрагмент. Смотрите. Крик, кобуря, там задание выполнил. Я его убил. И смотрите, во что это превращается. Труп. Вот. Что это за комок? Объясните мне. Создатели Among Us. Вот! Вот что это за комок, я не понимаю, что за это за комок. Очень смешно. Ладно, мы переходим к следующему, как бы, странному моменту. Следующие, ребята, я хочу вам показать вот такой вот баг. То вот, если вы это видите, когда мы убиваем, на 1 миллисекунду просто появляется вот этот вот призрак его. Призрак самого нашего трупа. Вот. Призрака нету, мы убили. И мы на миллисекунду видим его призрак. Вот это очень сложно было отследить, но я каким-то образом отследил. Хотел записать, не мог найти. Вот наконец-то этот фрагмент опять нашел. Вот этот самый тот красный. Вот сами можете посмотреть. Вот так вот выглядит он сам. А когда... Мы его убиваем, на миллисекунду видно его призрак. А потом, когда мы уже одна миллисекунда прошла, уже видно только труп. Очень странно. Вот реально, поставьте лайк этому видео, потому что мне было сложно отследить это. Все. Вот просто убиваю, появляется труп. Вот это что такое? Ой, не труп, а призрак. Офигеть просто, я не знаю, как я это отследил. Всем привет, ребят, с вами Руклемон, сегодня я буду играть в Among Us! Наш. Да, реально, нафига? Пятая наша странная вещь, это вот это вот. Она очень быстрый, но, как вы заметили, да. Происходит что-то не то. У меня на русском тут emergency meeting, и после этого... Идет, и видите, снизу написано Who is the imposter? А потом уже кто же предатель? Очень странно. Ну, и на этом все. Как бы с вами был я, Кроу. Ну, всем пока и покой.